павильоне парка «Маяк» сегодня открылась выставка «Пасхальный сувенир. Народные весенние обычаи, развлечения, подарки». Выставка организована музейным комплексом города Магадана в рамках выставочного проекта «Город у моря Охотского». Экспонаты связаны с русскими народными весенними обычаями, развлечениями и подарками к таким праздникам, как Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, Красногорка и Радоница. Открыли выставку под сопровождение народных песен, которые исполнил ансамбль «Рассвет Магадана». Вот уже в четвертый раз в павильоне парка «Маяк» открывается уникальные, на наш взгляд, выставки, которые мы создаем не только при помощи и на основе музейных наших фондов, а скорее на основе тех фондов и тех реликвий семейных, которые предоставляют нам жители нашего города. Это необычный проект еще и в том смысле, что экспонаты будут все прибавляться, потому что предусмотрены мастер-классы, на которых будут, собственно говоря, и создаваться некоторые экспонаты. На выставке представлены репродукции произведений живописи и открыток, коллекция расписных яиц и колокольчиков, коллекция книг из библиотеки имени Пушкина, а также воспоминания о праздниках весны из личных записей Вадима Козина. Еще каждому посетителю откроют секрет приготовления классической Пасхи. Выставка продлится по 16 мая включительно. Вход свободный.